Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось заметить, что для профессионального и эффективного толкования сновидений необходимо провести анализ. Анализ того, какой была ваша жизнь, какие были обстоятельства вашей жизни, какие были события в вашей жизни, вот, последние 2 недели. То есть только вот на основании того, что происходило с вами за вот эти вот 2 недели, да, можно, значит, анализировать сновидение более-менее адекватно. То есть вот, чтобы это не было, знаете, каким-то гаданием на кофейной гуще, да, вот. Исходя из того, что вы написали, я могу отметить следующие аспекты. Первый аспект – это аспект заботы. То есть вам нужна забота, вы прям вот нуждаетесь в ней, в заботе. Возможно, это конфликтные отношения либо с отцом, либо потребность в мужчине, вот. То есть медведь это кто-то такой, знаете, вот, сильный, такой, суровый, да, сильный, суровый, но при этом такой добрый, да, и, соответственно, сильный. Вот. Значит, это либо отец, либо мужчина, ну, либо еще какая-то фигура для вас значима. Вот. Осада может символизировать как ваше ощущение беспомощности, такое общее, ну, просто ощущение беспомощности, либо потребность быть беспомощной, чтобы вот как раз получить право на поддержку медведя, да, на поддержку какой-то значимой фигуры. Ну, пусть это будет, скажем, отец пока что. Но это может быть и, конечно, реальные какие-то проблемы в вашей жизни, в как в социальной, так и в личной. То есть может быть, например, ну, может быть такая история, что вы, допустим, переживаете какой-то кризис, конфликт, какой-то, какие-то неудачи, черную полосу, чувствуете себя брошенной, потерянной, вот, либо по ряду причин вы, значит,
Может быть, и не чувствуете кризиса, но ощущение, что все не так, как вы хотели, и что проблем много у вас, ну, больше, чем, например, хотелось бы. Ну, вот. Вполне возможно, у вас есть. Вот. И, соответственно, именно из этого вас и спасает, собственно, ну, медведь. Вот. Кстати, это отчасти может говорить о том, что вы не совсем готовы брать ответственность на себя за свою жизнь. Вот. То есть очень часто вы можете как-то ее, ну, относиться к ней безответственно и либо не отдавать себе отчета в том, что происходит, в последствиях, вот. Либо пренебрежительно, халатно относиться вот к тому, что в вашей жизни происходит. Вот, значит, ну, что касается того, что у вас собака, да, собака, то я полагаю, что это потребность заботиться о ком-то, то есть, может быть, такое подспудное желание детей, может быть, что-то еще вот такого плана. Хотя, безусловно, это тоже, ну, предположение только. В любом случае, собака — это некий такой, некая фигура, которая нуждается в вас. Что означает, возможно, то, что вы не чувствуете себя значимой и нуждаетесь в этом, в том, чтобы чувствовать себя значимой, но для вас единственный способ чувствовать себя значимой — только через заботу. Медведица и медвежонок — это, возможно, символ отстранения непринадлежности вам вот этой вот сильной фигуры мужской, которая вас спасла. То есть это может быть недоступность мужчины или отстраненность отца. Вот. Но вместе с этим это может быть и проекция на, значит, на пару вот этой сильной фигуры, проекция. То есть вы можете чувствовать или думать, что вот такому мужчине или такой фигуре к близости, с которой вы стремитесь, вот, собственно, такой фигуре вы будете не парой, и, соответственно, парой будет вот такая вот фигура, как, ну, как медведица, да? Соответственно, из-за этого у вас возникает ощущение, что вы не такая, как, ну, не такая, как все, что вы не можете быть такой, какой хотите. Соответственно, возникает непринятие себя и элемент аутоагрессии, что проявляется в виде крови. Вот, и, соответственно, которая попала на вас. То есть, аутоагрессия — это вот непринятие себя, ну, возможно, неудовлетворенность собой, то есть, недостаточного отреагирования того, что
происходит с вами. Именно вот недостаточное отреагирование. То есть что-то хочется, какие-то потребности есть, а вот отреагировать их, выразить их и сделать что-то для того, чтобы их реализовать, вы либо не можете, либо боитесь, вот, и, соответственно, по этой причине у вас и во сне кровь. То есть, самое главное, что вы считаете, что можете больше, только в чем, что вы считаете, что можете больше, если бы вы, если вы, грубо говоря, действуете так, как вот вам как хочется, да, просто действовать, ну, на том уровне, какой приемлемый для вас, то это одно дело, а у вас именно неудовлетворенность, вот. Я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос, вот. Соответственно, постарайтесь подумать, что из этого всего может быть вашим, да, то есть, ну, вот именно из того, что я рассказал, больше подходит к вам, больше подходит для вас, вот, подумайте и, соответственно, уже исходя из этого, можно будет формулировать, какие у вас имеются проблемы. Вот. То есть, ну, можно будет смотреть, с чем у вас трудности. Вот, значит, вот так, так, я думаю, можно интерпретировать ваш сон. Хочу напомнить еще раз, что ну, что для точной интерпретации сновидения нужно все-таки больше информации о вас, вот, и, соответственно, как минимум обзор событий за 2 недели. Вот. На этом все. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если, значит, сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы скорректируете как-то свою деятельность, как-то свое поведение, чтобы учесть те послания, которые пытаются предоставить вам ваше подсознание.